have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и у нас здесь Dishonored, как, в общем-то, и обещано. Пойдем мы сейчас вот сюда, а в частности, на поиски... А, кстати, мы здесь были, да, мы вот на этом балкончике были. На поиски черного рынка. Мы видели черный рынок с другой стороны. А вот это, по-моему, вход в него с этой стороны, человеческий, да? Вы же не враждебные. Вы не враждебные. Все, все хорошо. Вот черный рынок. Что мне здесь у тебя нужно? Не стесняйтесь, выбирайте. Наш магазин лучший в городе, уверяю вас. Лучший кофе на дороге. У тебя есть дверь и у тебя есть задняя дверь. Ключ от подпольной лавки. А у кого он может быть? Добро пожаловать. Ладно, давайте сохранимся. У нас в магазине безопасно. Доступ, доступны новые улучшения. Найденные вами чертежи открывают новые улучшения. Целеустремленный путник. Окуляр даст идеальное прицеливание пистолету даже при стрельбе очередями, уменьшая радиус поражения поражающего эффекта. То есть это у нас снайперский пистолет будет? Серьезно? Но это крайне неправдоподобно. Ну хорошо. Убийственный. Увеличена зона действия эффекта. Все пули разлетаются на осколки. Снижена эффективная дальность. Наносимый урон выше. То есть, или вы мне предлагаете или сделать дробовик, или сделать снайперскую винтовку, да? Да. Давай посмотрим, что по чертежам. Смотрим, что у нас с деньгами? 3000 денег. Чертежей у меня найдется. У тебя. У меня, Карл. Я тут все чертежи находил, между прочим. У тебя найдется. Пистоль мы прокачали полностью. Осталось... Блин, 700 это улучшение стоит. Ха. Окуляр. Даст идеальное прицеливание пистолету даже при стрельбе очередями. Уменьшен радиус поражения. Ну, знаете, в чем прикол? Наверное, сейчас это имеет смысл. Помните, как я с ведьмами тогда застрял, что я их расстреливал из арбалета, у меня закончились арбалетные болты. А пистолет у нас всегда был на ближней дистанции. Давайте вот этого сделаем. Дробаш я не хочу. После установки улучшения нельзя будет... Да-да-да, сможешь получить убийственный пистолет. Продолжить? Да, хочу продолжить. Отлично. Я сам рад. Хорошо. По этому... Блин, у нас тут какие-то неизвестные улучшения до сих пор есть. Я, видимо, где-то что-то не нашел. Я вполне мог не найти. Но все остальное прокачано. Вот эта фишка с мечом до сих пор у меня висит. Хорошо. Грены отскакивают. Вот все это. Так, клейкая граната. Позволяет черному рынку продавать... Клейки и гранаты. А оно мне надо? Не знаю. Так, хорошо, пружинные мины. Вон, мы попробовали с вами в прошлой серии пружинную мину одну. Как она работает, было, кстати, весело. Это у нас двойное срабатывание. Каждая пружинная мина срабатывает дважды. Да, я это куплю, потому что это будет неплохо против... Взаимно. Теперь... Вот эти вот вещи, это стенающие болты, жалящие болты, ну оно все такое, блин. Не, я не хочу, я этим не пользуюсь. Я же говорю, это все стелсовое и, ну, такое себе. Бронированная пуля, пули отскакивают от твердых поверхностей, включая вражеские доспехи. Зачем мне это? Да даже не знаю. Если бы они их пробивали, было бы прям хорошо. Я же не знаю, куда она будет отскакивать и как это все будет происходить. Черт с ним, давайте я возьму вот это. Оно мне просто глаза мозолит. Единственная страничка. Отлично, с твоей стороны, да? Пока, ну блин, даже не знаю. На тебя улучшения никаких пока что вроде нету. На оглушающую мину тут есть врагов рядом с основной цепью. Также поражает током. Один заряд оглушающей мины, плюсы, так, так, так. Ну, я ими, опять же, не пользуюсь. Не буду тратить деньги, лишь бы потратить. В принципе, все, что мне нужно, у меня куплено. Пойдемте. К тому же... Заходите еще. Ну, если будет куда заходить. Насчет, если будет куда, это ты прав. У тебя же нету никаких...
так, это имеется полностью. Имеется полностью поджигательная. Поджигательная хорошая штука. Да пофиг, оно стоит копейки. Давайте я возьму. Усыпляющие. Давайте, пофиг. Что вот это? А, это граната. А почему она так странно выглядит? Хорошо, немножечко скупились. Не стоит открывать магазин, пока пыль не уляжется. Окей. У меня подозрение, что сейчас в квартире вот это вот... Эй, ты! А ну, давай-ка все сюда! Я раздавлю тебя! Не жди пощады! Так, блин, я же... Я нажал R. Вы чё? Ну да, я понял, что я кнопку перепутал, потому что я нажал T, у меня резко манна подскочила вместо хпшки. Фига ли вы на меня напали-то, а, ребят? Чё я вам не то сделал? Всё, я у тебя скупился уже? Ну-ка. Или нет? А, ладно. Всё, ребят, я сейчас быстро скуплюсь и продолжим. Все, я купил все то же самое. Теперь на пистолете у нас есть зумчик. Неплохо. Да, еще раз F5. Я не понял, фига ли они на меня разозлились. А, они красные, кстати. А почему? Эти не красные. Погодите. Блин. Я на колесико вообще-то хотел нажать, у меня мышь очень чувствительная. Я собирался нажать на колесико и случайно нажал на вот эту фигню. Так, ладно. Вот эти ребята, почему они ко мне враждебные? Вечером будешь? А? До свидания. Минус два. Что-то вы тут ключ от квартиры. А, вы убили стражника. И у этого стражника был ключ. И второй ключ я мог найти, собственно, в самом магазе. Хорошо. Но я потратил, на самом деле, один болт на двоих. Поэтому у меня вполне... Это стенатели. Меня вполне устраивает такая сделка. Давайте валим отсюда. Стражники вообще дебилы, у них тут под носом творится непонятно что. Но палят они почему-то именно меня, да? А там что, кстати? Просто наблюдательный пункт? А, это у вас тут памятное дерево такое. Все, я понял. Давайте зайдем в квартиру. Да, 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 в той же квартире у нас находится и последний амулет на этой локе. И также у нас, скорее всего, будет парочка ништячков, на что я очень надеюсь. Так, чувак, есть, открыли. О, тут печечка, бананчики, круто. Бананчики сразу в тему были, так что все хорошо. Тут же никого, тут проход у нас, да? Да, там у нас просто проход. Скорее всего, чертежик. О, может еще раз на черный рынок, кстати, зайти. Где там эта фигня? А, вон она, в той комнате. Давайте я сразу заберу, чтобы она мне мозг не пилила. А почему я не могу забрать? Под подушкой лежит. Не может Корва у нас руку протянуть под подушку и забрать амулет. Никак не может. Слишком для него это сложная задача. Использовать это переход в локу, да? Остаться. Это переход в локу. Здесь у нас... Между прочим, неплохо так денег было насыпано. Угу. Серьезно, тут больше ничего не будет? Уинслоу. Уинслоу. Тут тоже денежки накиданы. Мне интересно, что за чертеж. Давайте, наверное, я все-таки быстренько... Сбегаю. Блин, монет тут реально дофига. Стоп! Та-та-та-та-та. Сейф. А у нас были намеки какие-то на сейф?
Нет, не было. У нас было на вход. О, мне интересно. Может, 500... Так, стоп, 513 так же, как там, хотя вряд ли. Мы нам говорили, что он очень забывчив и рассеян. Нет. Нет. Может, еще раз ходить к нему в магазин, и там найдутся какие-то подсказки на эту тему. Минуточку, а что в самом сейфе у нас? Так. Золото. Просто золото и пистолетные патроны. Ну, ничего вроде такого особенного. А, кстати. Крысиная нора. Сюда можно было проникнуть вообще без ключа, я понял. Да и крысы тут, собственно, бегают. Вон тоже крысиная нора. Снаружи квартира, она бы привела меня прямо сюда. Ну, логично. Хорошо. Блин, насчет сейфа вы меня сейчас немножечко озадачили. Конечно, деньги это не самое главное, что может быть в жизни. Но его хочется открыть. Это загадка, которую нам предоставляет игра. И ее хочется разгадать, эту загадку. Давайте в первую очередь я все-таки еще раз бегаю в черный рынок. Мне интересно, что за чертеж. Извини. Поосторожней с мечом. Гвардейцам это не понравится. Гвардейцы уже не являются проблемой, милашка. Значит так. Нам. Ага, вот был этот переулок. Давайте я вот так вот спрячу, чтобы не пугать людей. Зайдем на рынок еще раз, поговорим с этим чуваком, посмотрим, что Заходите. За чертеж. Вот, доступно видно, улучшение. Разрывная деньги. Пуля. Деньги у вас имеются. Отлично, вот это я хочу прокачать. Вечером идем играть в... Посмотрим, пара чертежей у меня найдется. Да, у тебя. Разрывная пуля. Та-та-та-та-та-та-та. Позволяет в подпольных магазинах появляются пули, которые при попадании взрываются и разлетаются на осколки. Черному рынку продавать пистолет. Минуточку. Позволяет продавать. Это будет другая какая-то пуля. Отлично. Пожалуй, все. А, минуточку, теперь мне нужно будет их отдельно покупать, да? А почему 0 из 9? Ну, блин, они отдельно выглядят. И, а как их потом... Ну, давайте я куплю две штуки. Просто, чтобы понять, что это. Пожалуй, не стоит открывать магазин, пока пыль не уляжется. А как мне их теперь поменять? А, пистолет с обычной пулей, пистолет со взрывной пулей. Угу. Хорошо, я вас понял. Значит, где у нас там был магаз Уинслоу? Давайте мы туда сходим. Мне кажется, что если будет какой-то намек, то он будет именно там. А магаз Уинслоу у нас... Черт. А, возможно, вот этот, с большой витриной, да? Здесь у нас просто проход. Погодите. Магаз. Я тупо забыл, где он находится. И также нам говорили про... Ой, я заберу. Также нам говорили про витрины с манекенами. Вот это вот... Ой, не витрины. Балконы с манекенами. А, вот, кстати, магаз Уинслоу. На нем же так и написано. Витрины с балконы с манекенами, надо будет тоже. Так, ладно, значит, чувак. Не следует этого говорить, но кузен герцога заказывал сейфы у меня. Раз это не следует говорить, значит, наверное, не надо говорить это второй раз. Тебе не кажется это логичным, дружище? Так, Р, я у тебя заберу, спасибо. Где бы мне найти подсказку? Ну, может быть, в той записке, которую нам оставлял его брат? Код от прохода к подпольному магазину, но это мы знаем, квартира
торговца. Возможно, сетевую стену удастся обойти через квартиру, ворота подпольной лавки, ворота нелегальной лавки с черного рынка заперты. Чтобы их открыть, нужен код, который знает хозяин лавки. Да, ну мы это все знаем, это мы там уже везде были. Ключ от квартиры торговца, ключ от квартиры Петронилли. Это два разных ключа. Почему они обозначены по-разному? Код от ворот, конфискация жилья, письмо Дауда, пастор, конфискованный товар. Кстати, вот конфискованный товар, вот эти манекены, то, что я ищу. Ворота должны быть закрыты. Истории нож Даунвелл, это у нас было. Так. Код от черного хода, 513. Но это все нас ведет туда же, к черному ходу. Где мне найти ключ от... Ну, не ключ от... Оу, кстати. Ну вот, собственно. По распоряжению герцога Луки Абелли, по соображениям безопасности, как и всех домах. Да-да-да-да-да, это прошу у нас было. Прошу прощения, но клиентам сюда нельзя. Хорошо, не захожу. Ну ладно, только все платить не буду. А кто мне что скажет? Ого. У него тут мина-ловушка, но мне она, собственно, не нужна. Ой, не мина-ловушка, этот инструмент для дешифровки. Тут сейфы. Блин, я не знаю, где мне взять код, чувак. Это немножечко печально. Я бы хотел его открыть, тот сейф. Но опять же, там просто деньги. И вроде как мне уже даже деньги-то не особо нужны, потому что мы в конце игры находимся. Но это печально. Я бы хотел его открыть. Мне все-таки кажется, что была подсказка в том, в той записке, где его брат ему писал, то, что он очень рассеянный и всякое такое. А, что? Я не хочу умирать! Я тебе ничего не помогите! Делал. Помогите! Люди! Я тебе ничего не делал, кто-нибудь! Чувак. Да хорош! Извини. Так, ладно. Давайте тогда... посмотрим, что у нас здесь. Вот мы в этот проход зашли. Зачем нам сюда? Без сознания, без сознания. Что здесь такого особенного в этом проходе? То, что сюда как-то можно проникнуть в магазин через это. Ну, так можно было и вокруг это сделать. Окна есть. Погоди, парапет. Не, по этому парапету я ничего не добьюсь. Толку мне с этого? А, я не знаю короля. Говорят, вчера во дворце было весело. Вон ключ, кстати. Блин, ну почему я не могу? Вот смотрите, я не могу на него это использовать. Я могу его, кстати, убить. А потом вселиться в зомби? Так, использовать пароль. Я не знаю короля. Цены отражают великолепное качество товаров. Блин. Теперь я могу в зомби вселиться? В труп? Нет, не могу. Я не знаю, то ли что-то поломалось, то ли что-то пошло не так. Ну, блин, ребят, это было не очень красиво. Я подхожу. Ну вот, теперь у меня даже не предоставляется возможности сказать пароль. Так, к черту. С магазинами, вот я так понимаю, что каждый магазин можно обнести. Но с магазинами творится какая-то чушь. Я никак... Вот я в один магазин попал... А потом начинает твориться всякая чушь, и я не могу никуда попасть. Ладно, к черту этот магазин, к черту этот сейф тоже, потому что в нем просто деньги. Если бы там была руна или что-то такое, я бы, наверное, напрягался бы, а так просто не буду. Пошло оно нафиг. Возможно, где-то была информация, где-то что-то как-то я упустил. Просто пофиг, я, по-моему, слишком много времени на это уже потерял. Вот.
На мой взгляд, крайне жаль, что невозможно вселиться в голову торговца, что невозможно пролететь осой через решетки. И вот сейчас, ну блин, у меня был код, как пройти. Явно же, я не знаю откуда-то, но возможно мы где-то его прочитали. Но... А, сейчас. Секунду. Нет, она сказала сразу же за воротами, поэтому давайте мы сейчас пройдем ворота, выйдем с той стороны и будем искать балкончик. Большой дворец, да, давайте. Очень большой дворец. Собрали мы в этой локе почти все. Ну, опять же, не считая денег, но учитывая, что у нас осталось в магазине, нам деньги сейчас не так-то и важны. Разрывные пули, я не знаю. Нет, кстати, разрывные пули нам, возможно, понадобятся на солдатах Джиндыша, которые, возможно... Ох, какая срань тут творится. Которые, возможно, нам еще попадутся. Так, окей. А это у нас вторая, собственно, дверка, через которую мы могли выйти. Ясно, понятно. Хорошо. Ага, это у нас тут остановка есть. Что у нас? Все во дворце. Есть руна, вторая руна, три амулета. Здесь ничего нету. Оттуда мы пришли, у нас все хорошо. На электропути лучше не становиться, наверное. О, стражнички. А сколько вас тут, ребят? Я пока одного вижу. Вот, наверное, да, вот эта дверь, по которой мы бы прошли, если бы у нас не было ключа от этого. Я могу просто доехать туда, кстати. Нет, погоди. Фух, погоди. Тут же явно есть что-то интересное, да? Или нет? Кстати, ни рун, ни... Ты тут один вообще был, нет? Такая тень от него осталась. Отдыхай, дружище. Я пойду пока посмотрю. Ну, на мой взгляд, тут больше ничего и нету. Вас тут двое. Ладно. Я такой пришел как к себе домой вообще. Точно двое? Все? А тут такие... О, тут есть еще и третий. Плавать больше нельзя. Пока Адермир не закрыли, мы давали там уроки для публики. Дальше город был совсем другим. Вот не знал. Сколько же у тебя было разных работ? F5. Мало. Вот солить мунок я ненавидел. Все руки в соли. Кровь из-под ногтей. Зато в гвардии у тебя тепленькое местечко во дворце. Послужишь здесь недолго. Давайте мы их задушим. Я не знаю, стоило ли их, может, послушать, кстати. Блин. Может, их стоило послушать сначала. Я бы получил какую-то инфу. Но они мне, по сути, тут ничего не делали. У тебя тепленькое местечко во дворце. Они только начали говорить про дворец. И мне кажется, я мог бы тут получить какую-то инфу, да? Я поторопился. Поторопился. О! Ладно, пойдемте. Поторопился, так поторопился. Хорошо, хоть не убил их. Ну, такое, на самом деле, хорошо. То есть... По сути, возникает вопрос, зачем все это место, зачем нам все это, если мы можем просто взять и поехать. Все это место нам исключительно для того, чтобы мы получили или какой-то бонус, или какую-то информацию. Бонусов тут нету,
Возможно, вот это была инфа, которую мы могли получить. На днях в Большом дворце прошли пышные торжества в честь императрицы Далилы Колдуин, призванные продемонстрировать поддержку со стороны серконосцев или серконосцев. Гости рассказывают, что отсутствие императрицы, занятой в Даунвале, это было, мы читали, ребятушки, вперед, если кто хочет, можете почитать на паузе. Блин. Знаете, вот это вот ощущение, что вроде как ничего страшного, но тебя немножечко обманули. Я понимаю, что я сам себя только что немножечко обманул. Ладно, ладно, ладно. Ну, бывают промашки, я это признаю. Тут ничего не поделаешь. Тут больше ничего нету. Тут больше ничего нету. А все остальное у нас там. Поэтому мы сейчас садимся, едем. И все в нашей жизни будет хорошо. Тут у нас ребята тоже спят, отдыхают, у них все нормально, и валим отсюда. Возможно, они бы нам сказали, как как-то тайно попасть и всякое такое. Так что давайте двигаем. Я не понимаю, если кареты такие вот открытые, зачем вот эти два стеклышка впереди? Ты еще здесь? Вот чему я удивлен. Станция Большой дворец. Вот это красненькое. Вот это красненькое. Вас тут дофига, ребят, да? А, вопрос, хочу ли я вас всех устранять, или я просто потихонечку сдрысну отсюда? О, ух ты ж! Ты, главное, не паникуй. Да я не паникую. Но как ты узнаешь, кто из них герцог? Уж не знаю, откуда они взяли этого двойника. Но выглядит он ровно как герцог. Я понял. Я их в жизни не отличу. Некоторые тайный проход. Есть. Ну, допустим, герцога Луку ты отличишь, но как мы достанем его ключ? Предоставь это мне. Кто знает, что там в сокровищнице? Он еще не проспится, а мы уже разбогатеем и будем на полпути к Гристолю. Ага. Хороший план. А ты уверена, что ключ всегда при нем? А то. Провернем все завтра вечером, когда в патруле только один отряд. Будь готов. Угу. Ага. Значит, что мы узнали? Забрать душу Далилы, проберитесь в Большой дворец, найдите душу Далилы, соведения. Вы узнали, что герцог Лука Абелли держит ключ от сокровищницы при себе. Это хорошо, что мы это узнали. Какой стати мне верить тому, кто прячет лицо? Тебя предупреждали, я зову на... Что за шум? Люди! Останьте! Что тут происходит? Может, их замочить всех просто? Посмотрим. Что? Ничего, чувак. Ты ничего не заметил, поздравляю, ты слепошара. Скоро вам будет больно, ваша светлость. Это ты у нас там замышлял всю эту фигню, да, чувак? Ну ладно. Интересно, кто это был? Интересно, очень интересно. Я тут сам теряюсь в догадках. Клянусь, там кто-то есть. Я не хочу на них тратить магию. Я же на самом деле в одном шаге от того, чтобы просто взять и перерезать их всех. Ты не сможешь прятаться вечно. А вот... До свидания. Вообще, сколько вас тут? Есть два вот этих. Есть. Тут кто-то. Давай я с тобой поищу. Так, тут двое. А куда деваха делась? Постой, я там посмотрю. Вы видели, сколько их? Вы видели, сколько их? Погодите. Эй, ты кто? И куда это ненадолго?
А ну вернись! Он ранен! Ну добивай! Уже! Не уйдет! Он далеко не уйдет! Бам! Это было неплохо. Хорошо, вот против такой толпы пружинная мина — это просто панацея. Надо было просто подождать, пока они поближе подойдут. Все, нормально разобрались. Со входом разобрались. Новое сведение. Прочитать дневники. Устраните герцога. Проберитесь. Опознайте и убейте настоящего герцога Абели, или опознайте двойника герцога и поговорите с ним. Давайте я, наверное, герцога опознаю, этого двойника опознаю и поговорю, да? Тайный проход. Так, что у нас? Там оно все внутри, да? Да, хорошо. Я бы, наверное, пошел бы где-то вокруг, если есть такая возможность. Кстати, не знаю. Отлично. F5. Знаете что, ребят, минутку. Я все-таки стараюсь время от времени сохраняться. Нет, нет, вот ублюдок. Так, стражник. Дело не в заслугах. В ближний круг входят только любимчики герцога. Лизоблюд. По крайней мере, я не такой. Вот именно. И подумайте, когда борьба за власть закончится, герцогу понадобятся люди, которые будут править Северными островами. Через год вы сможете стать губернатором Винедауна или Фрейпорта. Здесь даже самые желанные красавицы, бледны как слизняки. Затем мы придумали бренди. Так, вы кто вообще? Поймите меня сюда. Правильно. Быстро. Если вы не уйдете, тебя я предупреждали. Позову на помощь. Я зову на помощь. На помощь! Не знаю, это... чего тебе надо. Это неправильно. Но помочь. Помочь. Нечего. Мне нужна помощь. Не болит. Ноги или шея. Это меня в могилу сведет. Так, это я у тебя заберу, пожалуй. Стража! Люди! Я не хочу! Нет! Что нет, тут происходит? Нет. Что за... Тут что творится? Ладно, пусть часовой солдатик сберет ничего! До свидания. Тебя я не трону. Тебя я тоже не трону. Вот это срабатывание душилки, блин, офигеть какое тупое. Пока ты прям впритык не подойдешь, пока ты не понюхаешь запах пота. Аж прям вот так вот. Так, сколько у меня? Что? ЧТО? Давай-ка ты у нас тоже поспишь, отдохнешь. Так, горожанин без сознания, супер. А? А, это у нас главный вход. Фига себе. Я понял, как это работает. Б. Был какой-то звук. Я тут проверить. Мне нужна давайте, помощь. Давайте, ребят, проверяйте. Я не против. Я вас жду. Это неправильно. О, кстати, записочка. Просто извещаю всех, что лучше не заходить в герцогские покои, да вообще, на четвертый этаж, ибо их светлость сегодня пребывает в хреновом настроении. Не показывайте ему на глаза, не показывайтесь ему на глаза и не пользуйтесь лифтом. Первый лейтенант Роза Маркес. Иди нафиг, Роза. У тебя нет шансов. Давай, выходи, где ты там? Так идите сюда, ребят. Че, за вами гоняться, что ли, буду? Тут, кстати, полно жрачки. Блин, чувак реально обжирается. Спокойно как-то. Что есть хочется с этим городом? Идиот, олень! Я тут жру с королевского стола, а он просто идиот. Ничего, вот дерьмо. Офигеть, ну ты слепошара, чувак.
Так, тебя можно обобрать. Кого я там еще убивал? Что тут уже ругаться? Парни, будьте начеку, ясно? Да ладно! Не заставляй меня за тобой носиться. Позову, я же его не убивал. Знаю, и нечего тут шляться. Я убил вот этих троих. Может, он под столом? Где ищите? Ну все. До свидания. О, и тут ванна. Неплохо. Ванна. Ну, я просто не вижу смысла. Вот эти ребята, они явно знают, что они делают. Надо выиграть. Выиграть. Поймите меня правильно. Если вы не уйдете, я позову. До свидания. Никого ты не позовешь. Так, у тебя я денежку заберу, да и у тебя, пожалуй, тоже. Вам она просто не понадобится. А, тайный проход 62 метра. Так. Где вы у нас? Где вы? Внизу. А это на моем этаже 54-64. Стоять! До свидания. Ты не будешь. Оу, меня пушка убила? Серьезно? Так, ладно. Возможно, это будет не настолько прогулка по парку, как я думал. Где у меня там было сохранение? Ничем не могу тебе помочь. Стража! Люди! На помощь! Так. Давай пока я вот этим вот в морду дам, да? Тебя предупреждали. Я зову на помощь. Зови. Зови сколько хочешь. Ты мне немножко жизни восстановишь. Хорошо, чувак? Так. С кем мне тут еще надо было? Тронный зал у нас получается под... До свидания. Пуль у меня много. Я их прокачал. Да ты и не будешь. Успокойся. Иди сюда. До свидания. Да ну. До свидания. А, ты живой остался, ну иди сюда. А за твою голову что дают, ты не подумал? Я трачу на вас пули, минуточку. Меня убила пушка, турель. Откуда? Давайте сохраняемся. Да блин, вот надо туда просто портнуться. Все, я понял уже, где это находится. Я думал, я успею дойти. Да-да-да, с контрольной точки. Это было сейчас крайне тупо. Так, 7. Все, мы договорились? А где она, кстати? А, вот это вот? Точно. Charge Tower. Хорошо, будем знать, что у нас есть баг с ворванью. Если вдруг тут есть солдаты Джиндуша. А вот и амулетик. Неплохой трон такой, можно я тут свою задницу примощу? Не? Ладно, уговорили. Так, баг с ворванью здесь. Я могу часами просто смотреть на залив. Здесь на юге китов не увидишь. Здесь, на юге, можно только хлебалом пощелкать. Вон отсюда! Быстро! До свидания. Так, это я у тебя заберу, это тебе не надо. Хорошо. Что вы тут делали? Книжечку читали? Дуглас Харвикл, историк, грациозная в зеленом. Ого! О Теоданисе Абелле и его сыновьях написано много, но о герцогине Калас Абелле по-своему
по-своему незаметно сделал... Герцогиня по-своему незаметно сделала вклад в историю Сирконоса, и мы об этом не забудем. Она коллекционировала предметы искусства и заказала Антону Соколову картину «Несвоевременность Радониса Абелли». Мы это читали, ребятушки, можете продолжить на паузе. Я не против почитать новое, но перечитывать, извините, не буду. Ладно. У нас тут есть башни, значит, да? Тебя мы видели, валяющийся на полу. Кошелек отдай, спасибо. Б. Простых будем просто душить, солдат будем просто убивать. Потому что я не верю, что солдаты, которые здесь, они не знают ничего про герцога. И они, естественно, видят всю ту фигню, которая здесь творится. И поэтому я считаю их виновными. Не хотели бы, ушли бы отсюда. Оно того не стоит. Смотрите. Смотрите, здесь просто трупы лежат. То есть люди развлекались тем, что подвешивали сюда слуг, лакеев, каких-то других людей. И просто забрасывали их до смерти. Нормально вам такое, да? Еще и снимали это все на камеру. Волосы на затылке колются. Волосы. Точно знаю, что-то случится. Я точно знаю, наперед сегодня кто-нибудь умрет. Например, ты. Волосы колются. Ну, слушай, примета тебя не подвел. Разумеется, герцог заказал у Джиндыша пару часовых. Бакс ворвани. Проклятие на мою голову! Кто-нибудь, помогите! Мне нужна помощь! Карнаки людям режут год. Это у нас изобилие. Ты убил его, что ли? Тут что творится? Это не надо. Начнем? Так, стоп, ребят. У меня есть идея. Здесь? Пусть часовой солдат сберется. Он ранен. Ай, блин, да что вы меня так быстро... Я хотел с вами разобраться по-человечески, а вы как это... Главное, пусть часовой солдат с ним справится. Я вам сейчас, блин, дам часового солдата. Сейчас, ребятки, сейчас. Мы немножечко поговорим. Блин, опять отсюда. Надо сохраняться почаще. Шо ж я как этот... Так, это... Да, блин, положи, погоди. Мы сейчас вот этих передушим опять. Разве так трудно немного прибраться? Давай приберемся. Знаешь что, твои фразочки уже второй раз меня достали. Пойди поплавай. По всплескам хорошо пошло. Так. Часовой солдат. Сколько их здесь? Вот что меня интересует. И как там далеко было до этого часового солдата? Он был... Вы что-то видели? Эй! Он был здесь где-то недалеко за углом. Надо убрать сейчас этого стражника. Труп? Здесь? Да, вон у вас трупы висят, прикинь. Я не хочу умирать! Стража! Так, где у нас там был бачок с ворванью? Надо его поближе подтащить. Или сначала все-таки этого чувака... Давайте я его сначала убью. Вот этого чела за углом, да? Эй, кто здесь? До свидания. Вон отсюда! Быстро! На, бубен тебе! До свидания. Я помогите! Люди! Кто-нибудь! Не уйдет! Не трогай меня, я душу! Я на удушающем! А ну вернись! Кто нарывается? Стоп тебя! Неудачный ход! Он ранен! Добивай! Добиваю! Спасибо за совет! Ты фига такая ловкая-то! Что это было?
Блин. Добивание могло восстановить мне жизнь. Зря я его начал стрелять-то этим. Ай, ладно. Ничего. Да ничего, мы ничего, ребят. Мы должны что-нибудь найти. Что угодно. Здесь ничего. Сюда, на помощь. Бежать некуда. Так и не беги. Мне нужна помощь. Блин, там этот придурок уже подошел. Разумеется, герцог заказал. Поле зрения труп. Тактический режим номер два. Отделена. Кто? Как он меня убил? Да ну блин, вот это, короче, зря я внутрь полез. Там солдат, или их два, или... Ай, надо действовать более тактически, короче, мне кажется. Ну его нафиг, вот эта тупая резня, она ни к чему хорошему не приведет. Не буду больше их бегать, оглушать. Давайте мне, наверное, вот так вот. Тыкву тебе. И почаще сохраняться. Так, они здесь. Кабинет капитана. До свидания. Так, хилочек. А чё вы тут валяетесь, я не понял. Я не понял, чё тут люди-то валялись? Я всегда начеку. Всегда. Можно не повторять. Убийца в маске. Говорят, некоторых наполовину сожрали. Ты всегда начеку, чувак. Да, ты прав. Хорошо. Отправьте дополнительную охрану в покой герцога, так как его светлость будет там этой ночью. Дополнительную охрану, я понял. Сейф. 600... Ой, блин. А там руна, да? Там прям руна, там прям то, что мне надо. Да, на этот сейф не получится забить. Так, хорошо. Записочка. Так. Господин Марлетто из компании сейфа Уинслоу вскрыл полковой сейф. Подбирать комбинации пришлось больше 2 часов. Как бы то ни было, мы сможем наконец выдать всем жалование за неделю. Марлетто посоветовал выбирать код, который легко вспомнить дежурным офицерам, например, среднюю пенсию отставным, но я сомневаюсь, что 3-0 надежная комбинация. Выберу что-нибудь на обум и оставлю записку в кабинете герцога. То есть не 3-0, да? Я понимаю, что нет, но я на всякий случай проверю. Ясно. Записка в кабинете герцога. Понял. Чертеж. Жрачка. Суперски. Сейф нашли, сохранились. Что тут у тебя еще интересненького? Вроде ничего. Вот эта бумага очень похожа на что-то, но она явно ни о чем. Так, у тебя тут, кстати, и патроны, и пружинные мины, и зельки, и дротики. Целый арсенал. Слушай, красота. Спасибо. Очень выгодно, очень хорошо тут у тебя все неплохо. Это у нас кабинет. Вон, тронный зал. Как таковой, ну, относительно тронный. Блин, сколько ж тут дверей-то? Да удуши ты его уже! Блин, фишка с блоком реально запарила. Этим блоком, блин, там не пользуешься практически никогда. Ну, разве что, я не знаю, там, наверное, должна быть очень высокая сложность, чтобы этим блоком пользоваться. Тебя или быстро убивают, или ты всех быстро убиваешь. Тут как бы блок такая тема.
Эй! А то. Показал. Ну вы идете сюда или где? Отстаньте! Лошары. Разойдись! Дорогу машине! В смысле, ты его не убил с первого раза? И тебя не убил с первого раза? На помощь! Все молодец, хочу, чтобы... Кто там носится? Так, пёсель остался. Дозывай. Опа. Пёсель меня в прошлый раз, кстати, и подставил. Стража! Люди! Люди, люди. Мне нужна помощь! Мне не понравилось то, что он сказал дорогу машине. Что? Кому-то плохо. Очень плохо. Так, где у нас там было? Осторожно! Убийца может быть где угодно! Например, да, бегать тут, носиться, вы ничего таки не поймете, придурки. Здесь ничего. Смотреть в оба. В оба. Они заплатят. Кто бы это не сделал, он не мог далеко нашли уйти. Что? Вот непруха. Вас даже оббирать не получится. Везде ищите. Ничего. Вот еще одна жертва убийцы. Будьте начеку, ясно? Мне интересно, где робот? Вы все лошпеты меня не интересуете. Мы должны что-нибудь найти, что угодно. Что? Давай, интересно. Выходи. Какой-то звук. Эй, кто здесь? Интересно, сколько здесь будет солдат Джиндуша? Если один, то это вообще не проблема. У меня 4 грены есть. Может, дышать нечего. У нас потери! А куда ты побежал, я не понял? Надеюсь, это не крыс. Эй! Не впечатляет! Не впечатляет? Ну на, тогда держи. Всем быть на чеку! Убежала такая, меня потом не впечатляет. 3 раза врезал ей. Почему Хавчик не восстанавливает ману? Вот это немножечко печально на самом деле. Что? Кому-то плохо. Где эта жестянка джиндашевская? А, это у нас основной вход. Все, я начал путаться. Так, F5. Стоп. Убиваем людей, нажимаем F5. Стабильно. Я слышу его. Мне не до шуток. Так, где там грены? Не до шуток. Здесь ничего? Разумеется, герцог заказал у Джиндыша пару часовых. Ну давай, уходи, до шуток! Труп? Здесь? Так, Всё, пошли! Может, пружинную мину? Ну? Чего ждёшь? Я не хочу умирать! Тактический режим номер... Же! Что тут случилось? Ну! Ты вообще дурак? Электроразряд! По мне стрельни! Ну! Ну же! Пусть часовой солдат с ним разберется. Блин, я что, 2 грены в никуда выкинул? Недопустимый объект. А мне стрельни, ну! Прекрасно! Ну же! Блин, я 2 грены в никуда выкинул. Думаешь, ты умнее всех, а? Чего ждешь? Не знаю, как до него добраться. Трус, выходи. Чего на бой. Чего ждешь? Звук откуда? Чего ждешь? По мне стрельни, ну! Преследование потерян. Сигнал, кто ну же! Он далеко не уйдет! Брать. Ну же! Чего ждешь? Этот сигнал... По мне стрельни, ну! Да ну чтоб тебя, дурак, ну залезь ты наверх-то! А, тут еще один! Мои приключения закончились! Куда ты? До свидания.
Это было очень тупо сейчас. На, сдохни, тварь. Сдохни. Кидаются они в меня, блин, вилками, твари. Все? Враг сбежал. Враг сбежал, ты прав. Ничего не поделаешь. Так, F5. Машина в состоянии неопределенности. Блин, это тупо. Почему я в него кидаю грены? И ни одна грена его не берет. Да, с контрольной точки. Я только что все равно загрузился. Но это настолько тупо, блин. Чувак, ну серьезно. 10 пуль. То-то, сё-то. Пятое, десятое. Фига ли ты... Вот эти вот багованные солдаты просто бесят. Что это было? Режим общего обнаружения. Электроразряд. Что? Да, чужак! Не уйдет. Я буду. Нужно! Готовы? Все будет быстро! Да, навернись! Убить до свидания! Что случилось? Получай! За твою голову дают столько серебра, сколько она весит! Думаешь, ты умнее всех? По мне стрельни, ну! Бежать некуда! Как вам наверх туда-то забраться? Да заберись, корову! Чего ждешь? Ну же! Не уйдешь! Иди сюда. Восстанови мне хпшку. И ты тоже. Неплохо. Все, мы договорились, нет? Или там еще кто-то был с той стороны? Я буду мстить. Что? Будешь, будешь. Сколько я на это банок всего потратил, блин, и патронов, и... просто бесит. Ладно, некоторые вещи я смогу себе возместить за счет... О, там еще один перец остался. Ну-ка, сколько у нас? Ять, что тут творится? На помощь! На какую помощь? Ты о чем? Ой, бесят люди. Некоторые люди просто бесят. Так, ладно. Все вроде, с основной массой мы покончили. Тебя предупреждали. Я зову на помощь. Блин, жалко, и в дыню не дал. Стража! Люди! Кто-нибудь, помогите! Помогите! Да блин! Что это было? Кто-нибудь! Кто-нибудь! Я случайно выстрелил. Я будешь орать, умрешь. Тут очень простая математика. Так, кто-то там очень жаловаться любит, да, у нас? Меня другое интересует. Робот был один или нет? Честные люди Честные люди не сидят у подкупных герцогов. Блин, у вас тут везде трупы валяются. Я что-то не уверен, что я хочу вас всех оставлять в живых. А, ладно. Давай заберу. Я там потратился немножечко и хилок, и всякого. И дротик. Усыпляющий. Угу, усыпляющий. Картину нельзя забрать. Не знаю, мне это место противно на самом деле. Эй, какой-то звук. Надейтесь, что это крыса, а не на... Надеюсь, что это не крыса. Единственное, что вам остается надеяться, что это крыса. Где? Ага. Тыкву тебе. Ты где? Чем ты это сказала? Тут у нас поросеночек зажаренный или что-то еще. Так, есть подвал. Только для персонала. Почему-то вот это вот задание мне чуточку-чуточку вызывает воспоминания о Хитмане.
Ладно, внимание кухонного персонала. Проследите, чтобы было больше икры. Сегодня ночью она закончилась за час. Кроме того, один из гостей пожаловался, что гарнир был неаккуратно уложен и было недостаточно этих маленьких круглых крекеров для такой толпы. Сегодня я ожидаю еще больше гостей, чем вчера. Вот это весь этот месяц мы устраиваем праздники в честь Далилы, поэтому хорошее вино должно быть в изобилии. Утром я проснулся с больной головой, и все из-за того, что вы подали какое-то дешевое вино из никому неизвестной долины к востоку от Сагунта. От хорошего вина голова не болит, сколько ни выпей. Да, вот еще что. Сегодня нужно подать эти мелкие креветки в масле и каком-нибудь сыре с северных островов. Не хочу ничего слышать о дороговизне или задержке поставки. Эти разговоры мне неприятны, герцог. Неприятны тебе эти разговоры, да, чувак? Хорошо. Чем здесь. Ну давай разберемся. Давай разберемся, я не против. Внезапность наше все. Просто выскочили на чувака. А, мы не так много хила, кстати, потратили. А вот, кстати, баночек маны мы потратили много. Тайный ход. И как я его... Надо будет патроны поподбирать. Тайный ход здесь. Хорошо. Рычаг с той стороны. То есть я, по идее... Душа Далила. Она в тайном... Так, хорошо. Я вас понял. Туда можно пройти только отсюда. Ну, в смысле, оттуда. Или же мне должны были договорить, как туда пройти. Или же... Кнопка, собственно, да. Спасибо. Зрение в этой части отвратительное, но, по крайней мере, оно меня выручает. Посмотрим, что тут прячет герцог Абеле. Посмотрим. Как минимум руны... А, это амулет. А. Далила Копперспун. Копперспун. Ты останешься в вечной темноте, Далила. Так, хорошо. А, руны еще ниже, причем на этаж. Примерно ниже. А вон и душа. Это душечка. Монеты. А, вон чертеж. Неплохо. На самом деле, так-то по-хорошему нам и руны сейчас не особо-то важны. Нет, ну, как бы важны там живучесть прокачать. Может, еще что-нибудь, но, по сути, все важное. Это явно ход в сокровищницу, но мне нужен ключ. Нужен ключ, понятно, да. Так, у вас точно такая же фигня, как и у нас висит. Ну, то есть... Карта действий. Тут у нас Корва, тут Соколов, тут Стилтон, всякое такое. Там робот, я понял. Сколько у меня грен? 2. На устранение одного робота вполне хватит. Отлично. Значит, у нас здесь внутренняя дверь сокровищницы, здесь внешняя дверь сокровищницы. Руна. А почему она у нас так залочилась? Серьезно, все это время можно было следить. Да, прикиньте, отслеживать руну. Она находится еще на этаж ниже. Возможно, в сокровищнице есть двойное дно, или тут как-то можем пройти. Но это на самом деле не важно. Давайте мы пока что вот здесь, вот на этом месте закончим. Потом пойдем разбираться уже с самим герцогом. Обязательнейше мы его грохнем. Только нужно будет определить, где двойник, где не двойник. И потом уже посмотрим, что будет дальше. На этом сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами, ребятушки. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.